Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на 17-м. 17-м дне жизни. Нам нужны какашки. Я решил обустраивать огород. Огород всему голова. Всему голова огород. Скакай. Пожалуйста, мне так нужно то, что ты производишь. Я это заберу. Заберу с собой в ночи. Стой, стой, стой. Свинтер. Сфинктер. Сфинктер, стой. На. Нет, точно наелся. Ладно, пойду к твоему брату или сестре. Я не знаю, вы такие похожие. Беру у тебя. И кому бы еще? Кому бы еще сплавить? Что еще сделать? Семена? Может, семена будете кушать? Кушай семена. Они тоже хорошо питательные. И фекалипроизводительные. Давай, давай. Я на тебя рассчитываю. Да ну что он просто переводит мои семена замечательные. Бери. Так, у нас с желудком все хорошо. Желудком. Давайте попробуем посадить. У меня дерева нету. Блин, сделаю-ка топор. И топором срублю. Что уж, надо рубить. Такие дела. Понятно, что может прийти энд-переэнд, но... Вот. Собирай. Сажай и собирай. Шишку посади, попробуй бросить. Посадить, конечно, посадим. И ты садись. Я очень добрый, я очень люблю все растения и всех животных. Никого обижать не хочу, я... Какие елки странные. Так, давайте поставим уже камин наш. Камин, please. О, тут рядом паучиты. Да, у меня начался камин. Тем временем я буду рубить. Спасибо, пробел помогает. Помогает не тупить, а рубить. Ей. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Эй! Ты что, оборзел? Оборзел? Тут костер горит в ночи. What? Нет! Не может быть! Нет! Я буду бегать. Что, мне бегать теперь всю ночь? Я могу сделать еще один костер. Подальше-ка я его сделаю. Пошли в попу! Пошли в попу от меня! Не хочу с вами... Не хочу с вами ничего общего иметь. Ну ладно, буду бегать, что ж. О, мой костер в тумане светит. Все хорошо. Шишку забираю. Шишку сажаю. Блин, шишку, я сказал, сажаю. Вот только дайте мне дойти до моего сундука. Я там возьму... Посох. И воспользуюсь им. Куда мне его поставить? Вместо топора. Хорошо. Могу я в них стрельнуть чем-то? Так, папара-папам. Пока вы бьете мой рюкзак... О, я заморажу вас. Отлично, по-моему, получилось. Просто замечательно. Тем временем стемнело, блин. Ай-яй-яй! Побежал к огню. Побежал к огню, шишку развел. Фарируя! Зажгани. Я не могу ничего зажгонять. Йоу, чек-чиз-мен, йоу, чек-чиз-мен. Похоже, я сдох. Фак! Зато я открыл тетку, дядьку, и все. Я теряю все достижения, все, что у меня было. Вы издеваетесь. Херня на полном масле какая-то. То есть... И карту заново мне сгенерировали. И все. Фу. А какой прикол тогда? Скажите мне, в чем прикол? Не дохнуть? Вот я сдох. Амулет не одел, да. Почему эти свиньи, точнее, проклятые пауки, не боялись огня? Я не знаю. Да! Я начал второй раз, и опять меня убили. Я ночью не успел сделать себе... Костер. И меня залупили глаза в ночи. Страшное слово, залупили.
Не хочу никого обидеть. Вот новый день. Уже после второй смерти. Воу! Удобный жилет. Скелет. Жилет-скелет. Дело к ночи. Что я делал сегодня? Первый день после смерти меня одолевала грусть. Но фиг с ним. Я делал себе запасы. Теперь я перед этой ночью сделал костер. Я испытал все муки. Долгая смерть. Медленная смерть. Почему пауки не боялись огня? Меня это слегка озадачило, я бы даже сказал. Посадим елочки. Посадим. Пусть эта елочка посвящается моей прошлой смерти. Да. Даже после смерти я не очень голодный. Потому что я озадачен. А смотри, Сажи. Она скоро станет деревом. Да, ты тоже на это наденешься? О-о-о. Наденешься. Наденется еще как следует. Подпалим лепестки, потому что сейчас будет темно. Сейчас будет темно, темно, темно. Бревенка, бревенка. Одно, думаю, хватит. Кушай, пока наслаждайся жизнью, вечерком. Пока проблем никаких. Но теперь-то я уж знаю, что собирать, а что не собирать, верно? И вот, закончилась первая ночь после моей смерти. Я бы не сказал, что выпуск получился очень позитивным, наполненным прогрессом. Но я знаю зато, как назвать теперь видео. Наверняка вы уже знаете, как оно названо. И да, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Радуйтесь, кто говорил, что я не проживу долго и боюсь умереть. Бла-бла-бла-бла-бла. Пока! И увидимся в следующем видео.